Когда-то, очень в старые времена, во времена фараонов, эта долина была благоустроенной, ухоженной, благополучной страной. Жители этой долины были счастливы и не могли даже себе представить, какие беды обрушатся на них. Страшные темные силы напали на эту долину и овеяли ее кровавым покрывалом. Другие развитые страны пытались помочь этой долине. Они посылали туда свои войска, гуманитарную помощь. Принимали беженцев, но почему-то все равно ничто не могло помочь ей. Те жители, которые уцелели, рассказывали, что поклонники бога Анубиса творят страшные вещи в этой стране. Они не жалеют никого, ни детей, ни женщин. Они их убивают, а мужчин делают своими рабами до смерти. Эти монстры дико пытали жителей. Со многих была снята заживо кожа, а многих зверски четвертовали. И еще некоторых сажали на кол. По словам беженцев, даже тело фараона Рамсеса было осквернено этими нехорошими силами. И тогда был созван совет всех стран, которые хотели помочь этой Карананской долине. Это совещание длилось 3 года и 3 месяца, и было принято решение послать туда лучших своих бойцов с целью победить эти темные силы. Вас выбрали одним из них. И когда вы уже летели туда на вертолете, чтобы начать свою миссию, он был сбит. И вы потеряли всю связь со внешним миром. И теперь вам остается только идти и поглубиться в этот мир ада.